Всем привет! Друзья, товарищи, случайные и не случайные гости моего YouTube-канала. И еще один мой прогноз сбылся. В десятку. Да какой прогноз? Все больше и больше людей слушают, смотрят меня с Украины. Моя аудитория — слушатели с Украины. 11,3%. Теперь уже. Раньше было 10%. Немного, но все же. Этот ролик короткий, но очень важный для тех, кто изучает Таро. Ибо такие глобальные события обязательно нужно заранее предсказывать, если вы работаете с Таро профессионально. Вспоминая мое видео под названием «Таро, Украина, сентябрь 2022, отправная точка, конец единства», единство в кавычках, референдум, свобода, либерта, ролик набрал почти 13 тысяч просмотров. 26 августа я его разместил на своем канале. И вот что вам всем сказал в том видео. Цитирую дословно самого себя. Именно на сентябрь ложится уход, отказ добровольный, миграция какая-то. Референдумы могут пройти на каких-то территориях. От Украины будут уходить, будут от нее отказываться. Мигрирующий народ. Начало этому следует ожидать именно в сентябре. Может, еще и поэтому отправная точка. Какое-либо действие, событие, становящееся началом, основой развития чего-либо. Отправная точка. И по этой причине провал, поражение, боль и тоска. Полное разочарование. Колесница плюс шут – это когда вчера еще все в одной связке, хоть и такие разные, но все же в одной упряжке. А теперь все. Полная самостоятельность, уход, отказ от единства, выбор в сторону независимости от Украины. Тяжелый месяц будет для высшей власти на Украине. Поражение и потеря новых территорий через референдумы. Начало всего этого, отправная точка, сентябрь 2022 года. Еще и по этой причине повешены итоговый аркан. Жертва своих же действий, поступков, период испытаний, предательства, потеря. Конец единству на Украине. Новые территории попрощаются с Украиной официально. Через волеизъявление жителей, через референдумы. Начало. Шут – это всегда мощный знак. Запомните это. На каких именно территориях пройдут референдумы, если честно, не слежу за этим, за этой информацией. Но могу точно сказать, в сентябре начнется старт. Такие события я не могу пропустить. Их нужно обязательно предсказать. Ну как вам, друзья, товарищи? На мой взгляд, получилось просто супер. Вот этот самый расклад. Ну, этот расклад уже история. На мой взгляд, получилось просто супер. В десятку. Многие из вас не поверили, что этот прогноз сбудется. Именно в сентябре. Да и я и сам, если честно, засомневался. Вот честно, сегодня 20 число, 20 сентября. Когда же пройдут референдумы? Когда? Однако сбылось. Сбылось. Сегодня все СМИ сообщают. Глава ДНР Пушилин заявил, что референдум в республике пройдет с 23 по 27 сентября. Народный совет ЛНР назначил проведение референдума в республике по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации в период с 23 по 27 сентября 2022 года. Ждем, когда объявят дату проведения референдума в Херсонской области, в Запорожской области. В общем, процесс пошел, начало. К
как я и говорил, это начало. По шуту. Друзья, товарищи, всем огромное спасибо, кто до конца верил в меня, кто до конца меня поддерживал, не критиковал, а молча, терпеливо ждал развязки. Сегодня, 20 сентября 2022 года, она наступила. Смотрите, 20 сентября 2022 года. 4 двойки. 2 нуля. Отправная точка, конец единству. Единство, естественно, в кавычках. Никакого единства давно уже и нет. Референдум, свобода, либерта. Сегодня я счастлив. Я сегодня, друзья, товарищи, самый счастливый человек. Мне удалось и это тоже в этом году верно предсказать. Вы знаете, все глобальные события мною в этом году были предсказаны. Кто смотрел все мои видео, читал все мои заметки ВКонтакте, вы в курсе. На сегодня все. Еще раз всем большое спасибо за поддержку. Всем удачи и до новых встреч. Счастливо.